разбился самолет под Ярославлем, называют самым печальным в истории мирового спорта. «Локомотив» – один из сильнейших клубов континентальной лиги. Команда интернациональная – Россия, Канада, Латвия, Швеция, Германия, Чехия, Словакия, Белоруссия, Украина. Лучшие хоккеисты и подающие надежду игроки. По всем телеканалам передают грустные новости. Разбился самолет, на котором погибли все на месте. Лишь двое о сдержанном состоянии оказались в больнице. Этот траурный день оставил боль и грусть на сердце. От лица магнитки приношу соболезнования близким. Ведь потерять мужа, отца, брата и сына — это боль. Этот день вечно будет в ваши сердца, как гвозди. Ведь они ушли так рано, и не стыдно лить слезы. Нет, я не верю, что это правда с ними случилось. И не верю глазам, когда писал с болью этот стих. И так неожиданно ушли от нас герои хоккея. Я помню Скорпион, самый магнитка и весь мир. 7 сентября 11 года разбился самолет Ярославского Лока. Помним и скорбим, вы навсегда в наших сердцах. Любимые матчи не забудем никогда. 7 сентября 11 года разбился самолет Ярославского Лока. Помним и скорбим, вы навсегда в наших сердцах. Любимые матчи не забудем никогда. Весь мир скорбит в этот траурный день. Нету с нами больше этих людей. Слезы матерей, близких и друзей. Но, увы, уже не вернуть ваших детей. Погиб состав из 36 человек. Будем помнить о тех, кого с нами нет. Саша Галимов, держись, мы в надежде. Ты один, кто выжил в этой страшной беде. Ошибка пилота привела к катастрофе. Не набрал высоту, упав он при взлете. Нелепая трагедия принесла столько горя. Мы не забудем вас, вы в наших сердцах. 7 сентября 11 года разбился самолет Ярославского Лока. Помним и скорбим, вы навсегда в наших сердцах. Любимые матчи не забудем никогда. 7 сентября 11 года разбился самолет Ярославского Лока. Помним и скорбим, вы навсегда в наших сердцах. Любимые матчи не забудем никогда. 16:02 на моих часах стал падать самолет где-то в облаках. Но, увы, не избежать трагедии ему. И за всех, кто был внутри, подниму свечу. Да не волнуйся, мама, это же полет. Немного дальше унесет нас самолет. Но никто не знал, что не будет сыгран матч. И во многих семьях сегодня горький плач. Погиб состав из Лока в ебучем 42. Но память о парнях жива будет всегда. Память била слет на арене в Ярославле. Жаль, что эти парни старость так и не познали. 7 сентября 11 года разбился самолет Ярославского Лока. Помним и скорбим, вы навсегда в наших сердцах. Любимые матчи не забудем никогда. 7 сентября 11 года разбился самолет Ярославского Лока. Помним и скорбим, вы навсегда в наших сердцах. Любимые матчи не забудем никогда. Тысячи зрителей на трибунах почтили память погибших минуты молчания.